В течение 1957 года гигантские трейлеры, перевозившие большие замаскированные цилиндрические объекты, покинули Калифорнию и двинулись через всю страну к восточному побережью. Под нейлоновым защитным чехлом, перевозимым с завода на испытательный полигон, находится «Атлас», одна из наших межконтинентальных баллистических ракет. Народ Америки мало осведомлен о значении этих перемещений. Для большинства людей, когда трейлеры катились по мостам, мимо сельскохозяйственных угодий, через города. Для большинства наблюдавших за ними людей, это был просто очередной резервуар, котел или нефтяная вышка. Слишком много странных объектов пролетело над дорогами этой страны, чтобы люди могли больше удивляться. Но в течение 1957 года в других частях мира произошли события, которые привлекли внимание к этим крылатым ракетам. Россия в срочном порядке объявила об испытании МБР, спутника «Спутник-1», затем «Спутник-2», разговоры о ракетах на Луну и далее стали обычным явлением. Это осознание вызвало неоднозначную реакцию. Почему бы им не сделать все возможное на основе аварийной программы для этих МБР? Я не знаю. Мы сделали это, когда создавали атомную бомбу. Мы можем производить все в порядке. Беда в том, что это отнимает у нас слишком много времени. Да, время между разработкой чего-то и выпуском его в полевых условиях просто смехотворно. Говорите о потерянных выходных. Что случилось с 8 годами между 45 и 53 годами? Проблема в том, что у нас недостаточно сил для реализации этой ракетной программы. Интересно, поднимали ли они когда-нибудь действительно одну из этих МБР с земли там во Флориде? Я не знаю, но я слышал, что рыболов там хороший. Мы, наверное, так завязли в бюрократической волоките, что не можем сдвинуться с места. Верно, нам нужно упорядочить работу. Ускорьте ее. Верно. Нам лучше как можно скорее подготовить еще несколько ученых и инженеров, иначе у нас будут неприятности. У меня есть двоюродный брат, который знает парня, который работает над ракетами. Говорит, что они слишком сложные. Беда в том, что военные хотят все делать по-своему. Вы знаете, что говорит Фред? В Дании должно быть что-то не так. Он говорит, почему не так много тестов? Из всех разговоров преобладала одна идея. Что-то не так с нашей программой МБР? Можно рассказать большую часть истории о программе баллистических ракет ВВС. Пришло время каждому познакомиться с МБР, чтобы понять подход нашей страны к этому важному оружию. Вот ракета поднимается на испытательный стенд в центре ракетных испытаний на мысе Канаверал, Флорида. Это «Атлас», который готовится к летным испытаниям в 1957 году. Но почему 57-й? Почему это не было сделано в 56, 55 или даже 54 году? Почему мы так поздно? Чтобы выяснить почему, давайте вернемся к заключительным дням Второй мировой войны. Мы все помним яркие сообщения о том, что оружие возмездия номер 2, ракета, которая без предупреждения упала с неба, была применена по Лондону и Антверпену. 5-2 для своего времени была замечательной ракетой. Казалось, она открыла дверь новой концепции ведения войны. В 1946 году, после прекращения боевых действий, несколько ВИТУ были возвращены в Соединенные Штаты для изучения и оценки. На испытательном полигоне White Sands были проведены испытания, чтобы узнать что-то о его конструкции и потенциале. Оценка по ВИТУ суммировалась с этим. Это была ракета малой дальности примерно в 200 миль. Она несла небольшую полезную нагрузку, около 3 фунтов фугасного вещества. Ее наведение было грубым, особенно если применять ее на больших дальностях. Хотя она и представляла ценность для немцев, стрелявших на короткие расстояния от Франции до Англии и Голландии, такое оружие не представляло большой ценности для нас в обозримом будущем. Нам, с другой стороны, требовалось устройство большой дальности действия с высокой полезной нагрузкой. Можно ли улучшить ВИТУ? Конечно, при условии проведения достаточных исследований и разработок. Но сколько времени это займет? Насколько велик бюджет? И самое главное, что мы будем делать с тем временем? Вскоре после Второй мировой войны стало очевидно, что отношения с нашим бывшим союзником России не могут основываться на взаимопонимании. Встречная цель России, мировое господство, была ясна. Чтобы блокировать эту российскую цель, нам нужны были мощные военно-воздушные силы на самом деле, а не на бумаге или на стадии тестирования прототипа. Короче говоря, нам нужно было стратегическое авиационное командование, способное нанести удар в самое сердце СССР.
Начиная с 1946 года, мы строили наши новые бомбардировщики. Наши шестерки Би-30, наши семерки Би-40, затем наши двойки Би-50 и далее к Би-58. Мы должны были быть готовы в любую минуту, в любой день, в любой год. САК справился с этим вызовом и, как уже часто говорилось, стал большой палкой для поддержания мира во всем мире. Он остается таковым и сегодня. Но хотя наш основной акцент был сделан на пилотируемом стратегическом бомбардировщике, это не значит, что все остальное было забыто. Мы работали над тактическими ракетами, такими как Матадор, над ракетами дальнего действия, дышащими воздухом, такими как Снарк и Наваха. Все эти различные проекты, хотя, возможно, и недостаточно подчеркнутые в свете сегодняшних событий, помогли военно-воздушным силам понять проблемы беспилотных ракет и начать наращивать свои оперативные силы. Россия, тем временем не обремененная необходимостью контролировать мир, могла бы сосредоточиться на любом оружии войны, какое бы она ни пожелала. Поскольку России не нужно было беспокоиться об агрессивном нападении со стороны свободного мира, она могла двигаться вперед и разрабатывать оружие будущего по своему усмотрению. Это, как мы теперь знаем, она делала, начиная с 1946 года. В период с 1946 по 1953 год было сделано очень мало для изучения идеи МБР, за исключением проекта MX-774. Этот проект представлял собой небольшой контракт с подразделением конвер корпорации General Dynamics, той же компании, которая сейчас производит планеры для Atlas. MX-774 по праву можно назвать дедушкой современного Atlas. Это была независимая американская разработка, а не копия немецкого V2. Испытания этой машины были проведены в 1947 году с очень обнадеживающими результатами. Однако проект был отменен. МБР, готовая к стрельбе сегодня, не является результатом 12-летней разработки. Было 8 неурожайных лет. Что же тогда из 5455, 5657? Был ли достигнут удовлетворительный прогресс после того, как мы активизировали программу? По взвешенному мнению большинства ученых-ракетчиков, был достигнут хороший прогресс. Исключительно хороший, если учесть, какие сложные усилия требуются для создания чего-то столь поразительно нового и необычного, как МБР. Ракетоподобный «Атлас» выглядит простым и чистым, просто полая оболочка с топливом внутри. Это то, что думают многие люди. На самом деле эта полая оболочка содержит около 300 высокоточных компонентов. Этот сверкающий металлический инструмент разрабатывается в гонке со временем. Военно-воздушные силы планируют победить, идя на просчитанный риск, основанный на здравом техническом суждении. Только однажды в рамках Манхэттенского проекта эта нация пошла на сопоставимую авантюру такого масштаба в миллиард долларов. В то время ставка была сделана на атомную энергию, чтобы остановить войну. На этот раз мы нацелены на использование баллистических ракет для поддержания мира. Вполне уместно, что это была авантюра с ядерной энергией, которая стала одним из ключевых факторов окончательного запуска нынешней расширенной программы МБР. Когда мы добились прорыва в области термоядерного или водородного оружия в 5354 году, мышление изменилось в одночасье. Теперь можно было иметь боеголовку такого размера и веса, которые соответствовали бы общей концепции баллистической ракеты. У нас была наша мощная боеголовка. Однако, чтобы реализовать идею МБР, необходимо было решить еще одну проблему. Носовой обтекатель ракеты, который содержит эту огромную взрывную силу, должен был повторно войти в атмосферу, не разрушив себя, прежде чем достичь района цели. Чтобы понять эту проблему, необходимо рассмотреть шаги, связанные с эксплуатацией МБР. Ракета первая движется прямо вверх под действием комбинированной тяги всех двигателей. На определенном расстоянии над землей она запрограммирована на наклон, который направляет ее по кривой или дуге, рассчитанной так, чтобы пересечь землю на расстоянии примерно 5,5 миль. После первоначального толчка разгонная секция отсоединяется и падает обратно на землю.
Ракета продолжает работать на своем поддерживающем двигателе до тех пор, пока не будет достигнута максимальная скорость. В этот момент носовой обтекатель, содержащий боеголовку, отделяется и продолжает движение по установленной дуге к цели. В течение большей части своего полета носовой обтекатель движется над атмосферой, но по мере того, как он достигает района цели, он снова входит в воздушный океан. Трение спускаемого тела, проталкивающегося сквозь более плотный воздух на высоких скоростях, может привести к тому, что носовой обтекатель раскалится до красна, а затем распадется почти так же, как метеоры, входящие во внешнюю атмосферу. Тогда, в 1954 году, был создан комитет из ведущих ученых страны. Это был комитет по оценке стратегических ракет ВВС. Мы, комитет, очень подробно изучили проблему, учитывая вероятность решения проблемы повторного входа и возможность создания небольших боеголовок высокой мощности. Мы рекомендовали перенаправить, расширить и ускорить программу «Атлас». В мае 1954 года военно-воздушные силы приняли рекомендации комитета и назначили «Атлас» своим приоритетным проектом. В сентябре 1955 года программе был присвоен наивысший национальный приоритет по приказу президента. Командование воздушными исследованиями и разработками создало полевую организацию в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Действующая с августа 1954 года, это подразделение баллистических ракет обладает полными полномочиями и контролем над всеми аспектами программы. Возглавить эту ответственность был назначен генерал-майор Б. А. Шрайбер. Из всех интересных аспектов этой программы, программа, которая является шагом к покорению космоса, программа, которая каждый день выводит нас за пределы известного. Концепция, наиболее близкая моему сердцу, это идея, которую мы используем в оперативной области разработки этой новой системы вооружения. Суть идеи заключается просто в следующем. В то же время, когда мы разрабатываем ракету, мы работаем над оперативными действиями, чтобы превратить ее в практичную работоспособную систему вооружения. Сейчас в нормальном цикле разработки, производства и эксплуатации мы обычно предпринимаем последовательные шаги. Под этим я подразумеваю, что мы проводим исследовательскую программу, затем программу разработки и испытаний. А затем переходим к массовому производству, прежде чем окончательно ввести это оружие в эксплуатацию. В результате между началом программы разработки и тем, как мы получим новую систему вооружения в оперативные силы, проходит длительный период времени. В рамках программы по баллистическим ракетам мы попытались значительно сократить этот период времени. Мы сделали это с помощью того, что мы называем философией управления параллелизмом. Под этим я подразумеваю, что мы одновременно проводим исследования, разработку, тестирование, производство и оперативные действия. Благодаря этой концепции управления параллелизмом, мы считаем, что можем значительно сократить время с момента начала нашей программы разработки до тех пор, пока наши первые подразделения не будут введены в эксплуатацию. Мы все должны помнить, что в разработке баллистических ракет мы находимся на стадии модели Т. Сегодня мы находимся там же, где и 40 лет назад в области разработки самолетов. Это очень динамичный период развития. В ближайшие годы произойдет много изменений. На самом деле, в ближайшие месяцы произойдет много изменений. Поэтому крайне сложно предоставить вам полностью актуальный отчет о прогрессе в нашей программе создания баллистических ракет. Сегодняшняя история «Атласа» охватывает период, закончившийся в 1957 году. Внутри этого подразделения, расположенного в центре, находится жизненно важный офис — Центр обзора программ. Здесь, в этой комнате, можно легко просмотреть впечатляющую перекличку младших подрядчиков, собранных для победы в борьбе за космическое превосходство. Remington Rand, General Electric, MIT, FCO, IRMA, Bell Telephone Labs, Bioros, Martin, AC Spark Plug, Douglas, Convert, Lockheed, North American, American Machine and Foundry, Aerojet General. И эти крупные подрядчики используют более 200 субподрядчиков и 1000 поставщиков.
Подрядчики, военно-воздушные силы, гражданские исследовательские центры — это не просто имена на полосках картона. Это сборочные цеха, лаборатории, испытательные стенды, радары и компьютеры. Это люди, камень, сталь и бетон. Заводы-изготовители и другие объекты, необходимые для производства радикально новой вещи, такой как МБР, выросшая за ночь как гриб. С тех пор, как программа создания баллистических ракет была ускорена в 1954 году на новые испытательные установки и расширение завода, было выделено почти четверть миллиарда долларов. Например, на заводе Конвер в Сан-Диего была расчищена обширная заводская площадь для опытного производства планеров Атлас. И в течение одного года пастбища для крупного рогатого скота неподалеку от Платанового каньона были преобразованы в комплекс для тестирования Атлас в неволе. На североамериканском объекте Рокетдайн близ Лос-Анджелеса аналогичное расширение, как грибы, произошло при строительстве гигантских испытательных стендов для ракетных двигателей. Каждый из них способен выдержать 1 миллион фунтов тяги. В центре ракетных испытаний во Флориде «Атлас» готов к предварительному запуску своих двигателей. Этот «Атлас» — это не просто один большой знак вопроса. Все его основные системы были протестированы в других местах с кропотливой тщательностью и точностью. Военно-воздушные силы, конечно же, уже некоторое время занимаются испытаниями. Самолеты являются одним из ярких примеров быстро меняющегося оборудования. Одна вещь в тестировании нового самолета, однако вы можете продолжать проводить летные испытания за летными испытаниями до тех пор, пока они не будут соответствовать стандартам. С МБР типа Атлас это не так. Как только он выстрелит, пройдет летные испытания, он исчезнет. И его место на стенде займет новый. Немецкий проект V2 потребовал около 2000 полномасштабных летных испытаний в течение 1944-45 годов, чтобы произвести около 6000 действующих ракет. Конечно, это была последняя отчаянная мера со стороны Германии по созданию супероружия. Тем не менее, 2000 летных испытаний не обязательно являются чрезмерными при разработке новой ракеты. Поскольку МБР является самой совершенной, сложной и сложной системой вооружения, когда-либо разработанной, Соединенные Штаты не могли позволить себе два полномасштабных эксплуатационных испытательных полета. С такими ракетами, как «Атлас», обозначен новый тип испытаний. Каждый компонент, каждая сборка, каждый узел шаг за шагом должны быть проверены индивидуально. В качестве примера этой философии испытаний возьмем историю разработки маршевого двигателя. Во-первых, тестирование металлов и форм в закрытых лабораториях. Затем испытание одного двигателя в неволе. Затем испытание всех двигателей прошли жестко. Далее реакция на продолжительный пробег. Затем тестирование двигателей, установленных в реальном корпусе планера, в ходе испытаний в неволе. Также по методике неволи с использованием ракетных салазок, блоки наведения и система управления проходят напряженные испытания на Земле для проверки на удары и вибрацию. Поэтому, когда дело доходит до летных испытаний МБР, такое испытание является конечным результатом десятков тысяч предыдущих испытаний компонентов, узлов и подсистем. Таким образом, это и есть Atlas Today. Вещь, созданная из новых устройств эпохи баллистических ракет. Гигант, чьи жизненно важные органы прошли тщательный медицинский осмотр. Робот, способный повиноваться инструкциям почти по-человечески. И все же, несмотря на все это, он все еще остается машиной. Машина все еще не готова к использованию военно-воздушными силами до тех пор, пока каждая из ее механических причуд и моделей поведения не будет хорошо понята и доказана надежность. Лошадь можно оценить как здоровую, как доллар. Но все еще остается вопрос о том, сможет ли она пробежать милю с четвертью. Судьи в американской гонке за усовершенствование МБР держатся в бетонной массе, называемой Блокгаузом, всего в нескольких сотнях ярдов от стартовой площадки. Это похоже на консультационную комнату для знахарей. Здесь каждый человек сам по себе специалист. Здесь диагносты все еще щупают пульс пациента. Этот человек и его приборная панель следят за топливной системой. Этот человек следит за повышением давления. Этот человек может сказать, подтвердится ли телеметрия.
Здесь телекамеры неустанно изучают птицу, чтобы визуально найти недостатки. Другие люди в перископ сканируют зону запуска в качестве еще одной проверки на предмет отказа. На центральной панели проводник испытаний получает отчеты со станции мониторинга, оценивает общую ситуацию и управляет кнопкой запуска. Идет обратный отчет для сегодняшнего парашюта «Атлас». 130. Резервуары для сбора данных. Переключаюсь на внутренний D3, 125. Переключаюсь на большое состояние. 120. Проверка состояния, команда по внутреннему. Подтверждаю. Телеметрия состояния крупного рогатого скота. Подтверждаю. Ракета и внутренний постоянный ток. Подтверждаю. Надув завершен. Подтверждаю. Шестьдесят секунд в округе. Предохранитель включен. Проверка состояния. Горит индикатор предохранительного рычага дальности действия. Подтверждаю. Дальность готова. Я готов. Система водоснабжения готова. У меня есть полный комплект света. Заправка люкса обеспечена. Заправка люкса обеспечена. Отсчет времени идет 27 секунд. Все регистраторы в осциллографах должны быть быстрыми. Бернье начинает отсчет. Баклокс находится под давлением. Под давлением. Давайте, детка. Давайте, дорогая. Ваша мила, продолжайте, детка. Атлас уже в пути. В течение 1957 года было проведено три таких летных испытания. Первая стрельба в июне, показанная здесь, подняла Атлас на высоту нескольких миль. В этот момент ракета отклонилась. Попыталась восстановиться. Затем упала и устремилась к ней. Она была намеренно уничтожена еще в воздухе. Огненный шар в небе служит ценным уроком. Совершенствование ракет — трудное дело. Второе сентябрьское испытание было почти повторением июньского испытания. В очередной раз «Атлас» чисто покинул свою стартовую платформу и двинулся вверх прямо и верно. Однако опять же произошла неисправность, и ракета была уничтожена. Горящие газы — признак неудачи для непрофессионала, не обязательно являются признаком неудачи для ученого. Он учится на неудаче так же много, как и на успехе. В ходе июньских и сентябрьских испытаний было выполнено 90% задач испытаний. Эти тесты позволяют инженерам перепроектировать «Атлас» с третьей попытки. Сейчас последний месяц 57 года и третье испытание «Атлас». Снова обратный отчет, рев двигателей доменной печи. Снова устойчивый выброс. Снова «Атлас» тянется к безвоздушному океану над землей, и на этот раз делает это.
Ракета делает все, что от нее ожидают. И в один прекрасный день она станет сдерживающим фактором, добавленным к потенциалу пилотируемых бомбардировщиков ВВС во имя мира. На самом деле программа создания баллистических ракет ставит нас на порог космических путешествий. Тот же самый движитель, который сейчас питает Атлас, мог бы вывести более легкое тело, такое как спутник, на орбиту вокруг далеких планет, таких как Марс или Венера. Да, человек мечтает. Мечтает о горизонтах, выходящих за пределы размеров Земли. То, что начиналось как оружие конфликта, может перерасти в средство удовлетворения ненасытной жажды человека к пониманию Вселенной, в которой он живет. Америка должна быть частью, лидером на этом Западе. Красный медведь полетел в космос. Пусть американский орел не стоит с подрезанными крыльями, оплакивая свою недальновидность.